Ирландец получил путевку в Югру. Напомню, на Всемирном фестивале молодежи продолжается розыгрыш билетов в Северный регион. Так, на встрече делегации с губернатором округа Натальей Комаровой активисты из разных стран приняли участие в интерактивной лекции. Павильон «Москва» собрал вместе сотни участников международного праздника. Иностранные гости познакомились с богатой историей Югры, а в конце лекции ответили на вопросы спикера. Наталья Владимировна устроила фронтальный опрос для слушателей. По итогам блица определили главного знатока Югры. Им оказалась наша землячка. Путешествие выиграла волонтер из Югры. Однако девушка решила не оставлять билет себе. Югорчанка передала его другу из Ирландии. Поездка стала подарком на день рождения Даниэлю. Конечно, сейчас в таком большом шоке, потому что получилось выиграть поездку. Я не знала, что так много знаю о Югре, но поскольку... Я вам помогала, заметьте. Да, это точно. Но поскольку я югорчанка, я считаю, что самым правильным решением сейчас будет... Вы подарите. Да, потому что делегация ХМАО взяла культурное шествие над делегацией ЮАР и Ирландии. И вчера у друга нашего из Ирландии, у Даниэля, был день рождения. Поэтому я считаю, что самым правильным образом будет его поздравить и пригласить в Югру.